Эй, кто это тут проснулся? Всем привет, друзья! Мы на канале Ушастик Kids. Анжела, твои маленькие дочурки уже проснулись. Пора и тебе вставать. Пойдем-ка скорее, мы с тобой примем ванну. Ой-ой-ой, какая ты грязная вся. Давай скорее купаться. Вот так. Совсем другое дело. Ребята, а ваша кошечка Анжела принимает утром душ? Если да, нажмите в комментариях цифру 2, друзья. Так, пойдем-ка заглянем. Смотрите, там наши две маленькие кошечки. Ой, Анжела, ты что, проголодалась? О, ребята, вы только посмотрите, сколько шаров Лол. И кто это их оставил? Это что, сюрприз от котика Тома? Ничего себе! Ой, Анжела, ты очень голодная. Ладно, пойдемте скорее накормим Анжелу, а потом откроем все наши шарики Лол. Интересно, что там попадется, друзья? Давай скорее кушать. Я вижу, ты очень-очень голодна. Ну вот, совсем другое дело. Ребята, а давайте немножко прокачаем нашу кошечку Анжелу. Пускай она станет еще больше. Вот так. Сейчас мы перейдем на новый уровень. Вот так. Давай-давай скорее. Нам нужно с тобой открыть целую гору сюрпризов от котика Тома. Только для начала вырастим нашу кошечку побольше. Ну вот, друзья, 78 уровень. И нам в подарок дали, как всегда, наклеечки. Анжела, а что это за сообщение у нас? Ага, у нас скидка на сапожки. Здорово. И отличный подарочек. Мы можем продать дубликат. 750 монет. Неплохо. Ой, нам тут какая-то корзиночка с едой. Вау, сколько мне всего вкусного. Так, и здесь мы тоже можем продать дубликатик. Вот так. Вот такие сообщения получила на телефон наша кошечка Анжела. А ваша кошечка получает сообщение, друзья? Если да, пишите в комментариях цифру 3. Да, ребята, сегодня вас ждет целая куча приветов для моих любимых подписчиков. Так что, если хочешь получить привет на нашем канале, подписывайся и в комментариях напиши свое имя и фамилию. Ну а мы с Анжелой отправляемся открывать шарики. Только для начала давай мы с тобой переоденемся. Оденем тебе какой-нибудь потрясающий наряд. Давай выберем какое-нибудь красивое платье. Так, может быть, а вот такое или вот это. Вот это платье мне тоже очень нравится. Слушай, а давай оденем какое-нибудь яркое, короткое платье. Например, вот такое можно выбрать. Любой цвет, который тебе понравится. Смотри, можно даже черное или голубое под цвет твоих глаз. А можно одеть вот такое, например, сиреневое. Давай только подберем тебе красивые туфли. Вот эти блестящие подходят. Хотя можно купить даже туфли с завязочками. Смотрите-ка, у Анжелы теперь новые туфельки. Так, давай прическу тоже поменяем. Можем тебе сделать вот такую красивую прическу. Поменяем тебе цвет глаз. Вот такие красивые глазки. А теперь скорее сделаем красивый макияж. Ребята, я надеюсь, вам понравится наряд нашей кошечки. Вот такие у нас есть нежные сиреневые румяна. Какую бы нам выбрать губную помаду под цвет нашего платья? Ого, есть даже вот такая необычная помада сиреневого цвета. Правда, необычный цвет. Ну, давайте оставим его. Так, еще у нас где-то должны быть сиреневые тени. А вот и они. Мои любимые сиреневые тени с мерцанием. Они очень-очень замечательные, друзья. Так, вот так красим глазки сиреневой тушью, если вы заметили. Можем добавить к ней еще немножечко черного цвета. Вот так. Макияж готов. Вот такая красивая у нас кошечка Анжела в новых туфельках с завязками. Если вам понравился этот образ, напишите цифру 5 в комментариях. Выберите самый красивый наряд у нашей кошечки, друзья. Ну что, Анжела, теперь давай-ка мы с тобой откроем сюрпризы и покажем их нашим маленьким котяткам, что же нам там попалось. Так, давай-ка смотреть. Сейчас откроем наши шарики. Так, а вот и первый шарик. Вау, какая красивая кукла. А в этом что? Еще один золотой. Потрусим-ка его. Ого, это же королева! Ничего себе! Так, Анжела, скорее, вот этот шарик открываем. Ого, какая у нее прикольная прическа, правда? Красивый очень цвет.
Так, а здесь что? Что уже нам попадется тут? Вау, фиолетовая королева. Спешит на вечеринку, наверное. Так, а в этом шарике что? Ух ты, это звездная королева. Так, еще один у нас шарик есть. Вот это дом о нас позаботился. Вау, я тоже такой хочу красивый ободочек с розами. Очень-очень красивый алоэ попался нам. А здесь? Ух ты, а у нее классные мерцающие шорты и еще блестящий волос. Очень красивая кукла. А что же у нас тут? Вау, а это спящая красавица. Вот такая прикольная. Так, в этом шарике что? Смотрим. Ого, да она же похожа на королеву всплеск. И немножко русалочку. Так, а здесь что? Анжела, тебе нравятся шарики Лоу? Я надеюсь, что да. Здесь у нас девочка-сокровище. Угу, какой интересный ее купальник. Так, а в этом шарике? Вау, какая кукла с кудряшками. Так, смотрим, что же тут попадется. Ого, да это ледяная королева. На коньках, здорово. Отличная куколка. Так, а здесь у нас черный галстук. Ну, давайте откроем еще один шарик. Так, в нем что у нас? И здесь вот такая королева-кошечка. Отлично, ребята, вот такие шарики попались сегодня нашей кошечке Анжелы. Если вам понравилось, обязательно поставьте ваш лайк, друзья. Анжеле тоже понравилось открывать шарики вместе со своими маленькими дочурками и кошечками. Анжела, а давай-ка мы с тобой немного поиграем. Поиграем, например, в игру Bubble Shooter. Давно мы в нее не играли. Так, давай, вот так. Зеленые шарики. Отлично. Голубые. Ой, а куда же бросить оранжевый? Сейчас что-нибудь придумаем. Вот так. Так, голубые шарики. Кстати, ребята, давно мы не покупали нашей кошечке Анжеле новое платье. Нужно обязательно купить ей новую одежду к следующей серии. Как вы думаете? Хорошая эта идея. Если понравилось, напишите цифру 9 в комментариях. Ого! Лучше нам поторопиться, иначе шарики сейчас коснутся пола. Так, голубой цвет и оранжевый. Еще один голубой шарик. Вот так. Оранжевый. И розовый. Вот так, неплохо. Еще один розовый мяч. О-оу, а куда же деть оранжевый? Стрельнем-ка мы его подальше. Анжела, кажется, сейчас у нас все упадет прям на пол. Лучше нам с тобой поторопиться. Ребята, кто любит эту мини-игру, напишите об этом. Так, куда нам? Вот сюда. Давай, стреляй. Отлично. Ой, ой-ой-ой, кажется, мы с тобой проигрываем. О, нет. Этот шарик выстрелил что-то совсем близко. Зеленые, желтые. Так, куда бы выстрелить? Может, сюда? И в оранжевый. О-оу, это мы сделали зря. Кажется, Анжела, мы проиграли. Так, вот так сделаем. О, нет, наши шары коснулись пола. Ладно, давай-ка мы сделаем тебе небольшой ремонт на террасе, а потом тебе оденем еще какое-нибудь красивое платье и классные туфли. Давай-ка посмотрим, что тут у нас интересного на террасе. Можем поменять тебе вид из окна. Например, вот такой летний вид на море. Ребята, кто из вас уже хочет отправиться на море? Анжела, вы отправились с большим удовольствием вместе со своими кошечками. Поставим вот такой голубой столик и можем даже ноутбук вот такой поставить. Можно поменять цвет коврика, сделать его зеленым. Вот такая у нас будет терраса. Люблю обновлять домик для своей кошечки Анжелы. Ну что, пойдем скорее примерим какие-нибудь красивые платья из нашего гардероба. Так, показывай, что тут у тебя есть еще прикольное. Кстати, у нас есть вот такие дизайнерские платья, в которых мы можем менять цвет. Сердечками или красное платье. Или даже вот такое. Вот эту ткань мы еще ни разу не покупали. Смотрите, какой красивый у Анжелы получился сарафан. Какую бы прическу нам под него придумать? Давайте посмотрим. Это не подходит. И это не очень. Это какая-то смешная. Можно сделать и светленькие волосы. Так, а цвет глаз? Ну, конечно, это будут голубые глаза. Теперь давайте придумаем макияж. Можно сделать аквагрим. Хотя, знаете,
Лучше, наверное, что-нибудь ей подобрать из косметики. Давайте-ка выберем губную помаду. Сколько много у нас разных красивых цветов. Возьмем вот такую яркую малиновую помаду. Какой красивый цвет. Теперь выберем тени для глазок. Можно, кстати, попробовать голубой цвет. Хотя платье у нас немножко другого цвета. Можно добавить какого-нибудь цвета еще. Можем попробовать добавить немного сиреневого. Смешать два цвета теней. Вот так. А реснички можем накрасить вот таким цветом. Как вам такая задумка? Теперь румяна. Вот так. Отлично. Готово. По-моему, очень красивый образ получился у нашей кошечки. Если вам нравится, ребята, проголосуйте за него. И напишите цифру 7. Выберите сегодня самый красивый наряд, который был на нашей любимой Анжеле. Слушай, Анжела, а давай-ка мы заглянем в наши наклеечки. Интересно, что нам попадется в пакетике сегодня? А вот такие наклейки, друзья. Ого, а что здесь? Отлично. Так, пора бы нам продать что-нибудь из дубликатов. У нас уже 500 дубликатов. Интересно, какой дубликат самый-самый дорогой? За какой нам дадут больше всего монеток? Можем попробовать продать платье балерины. Отлично, 1500 монеток. А вот это где, Анжела, малышка? 600 монет. Отлично, друзья. Так, а вот это? Всего 60. Эта наклеечка очень дешевая. Так. Давайте-ка полистаем, посмотрим, что тут у нас еще есть. Вау, вот эти наклеечки уже подороже. Давайте-ка их всем продадим. Ой, эти наклейки всего... Ой, вот это 1100, а прическа 60. Вау, 2000 монеток эта наклеечка. Ничего себе. Сейчас продадим наши дубликатики. Вот так. Ого, 2100. Это всего лишь 110, а вот это 70 монеток. Так по-разному стоят наши наклеечки. Ого, 2000 монеток стоит вот эта наклейка с платьем. Отлично. Ребята, сегодня мы продали целую гору наклеечек. Давайте вернемся в дом к нашей кошечке Анжеле. Слушай, Анжела, я обещала тебе сделать новую ванну. Давай-ка мы с тобой и тут сделаем небольшой ремонт. Так, какую же ванну тебе? Вау, давай вот эту с сердечками. Рукомойник можно не менять. А вот цвет обоев мы можем придумать какой-нибудь новый. Можно сделать их потемнее или даже вот такой розовый. Прикольно. Смотрите, какая она снежная, красивая получилась ванна. В розовых и сиреневых тонах. То, что любит Анжела. Смотри. Смотрите, какая классная ванна. Кому понравилось, обязательно напишите цифру 10 в комментариях. Вот такая прикольная. А еще у нас здесь есть вот такая смешная удочка. Ладно уже, вылазь скорее, Анжела. Давай-ка мы с тобой примерим еще какое-нибудь платье в нашем гардеробе. Выберем еще что-нибудь красивое. Вот такое клубничное платье мы ни разу не покупали. Вау, а у нас есть вот это длинное платье. Можем его тоже прикупить. Давай-ка только выберем другую прическу. Так, здесь можем поменять цвет. Хотя мне больше нравится черный. Так, а какой же цвет глаз мы тебе сделаем? Слушай, а давай сделаем тебе глаза куклы. Вот такая у нас будет красивая кошечка. Я уже придумала макияж под это платье. Так, давай сотрем старый яркий макияж и сделаем тебе макияж под наше персиковое платье. Смотрите, вот эта губная помада очень-очень подойдет под наше новое платье. У нас есть еще персиковые румяна, которые прикольно мерцают. Смотрите, какие красивые мерцающие теперь щечки у Анжелы. Выберем. Выберем тени. Я думаю, вот эти как раз самое то, что нам нужно. И тушь для ресничек, конечно же, черная. Вот она, наша черная тушь для ресничек. Кстати, у нас есть еще туши, которые мы ни разу не открывали. Нужно будет обязательно их купить. Так, ну вот, готово. Смотрите-ка, какой красивый наряд у нашей кошечки. Если вам понравился этот наряд, проголосуйте за него и напишите цифру 8 в комментариях, друзья. Ну а мы с Анжелой снова во что-нибудь поиграем. Например, ее любимую игру «Лопни шарики». Ого, сколько тут у нас шаров. Вот так. Отлично, взорвем бомбочку. И минус цифра 12. Желтые шарики лопнем. У нас цифра 10 на красных шарах.
Так, еще одна цифра 10 на зеленых. Только вот рядом совсем нет ничего зеленого. Так, ребята, нам срочно нужен зеленый шарик. Попробуем сейчас соединить. Ура, у нас получилось. Но теперь у нас еще одна цифра 5. Четверка, ай-яй-яй, зеленых шаров совсем не видно. Кажется, у нас сейчас кончится все время. Вау, ура, мы успели. Ладно, теперь красные шары. Цифра 8 на красном. Так, мы сможем ли мы соединить? У нас получилось, ребята. Неплохо. Лопнем сиреневые, бирюзовые шарики. У нас еще 2 новых цифры. Можно лопнуть красные шарики и вот эти бирюзовые. Желтые соединились, как раз 2 цифры. Отлично. Так, ну у нас цифра 5. Сейчас мы лопнем все зеленые шары. Отлично, друзья. Так, теперь можем лопнуть все голубые. А у нас снова цифра на зеленых шариках. Так, 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 как бы до нее добраться? Сейчас я придумала. Вот так. Неплохо. Еще одна циферка, скорее ее лопаем. Ого, сколько у нас красных шаров. Можно их убрать, чтобы они нам не мешали. Так. Ой-ой-ой. Как бы нам соединить все? О, нет, вот, отлично, зеленая бомбочка, то, что нам нужно. Так, соединяем красные шарики. И у нас много цифр сиреневого цвета. Тоже их все лопнем. Мы, кстати, с вами уже на 4 уровне. Тут у нас есть бомбочка. Ого, сколько цифр, ребята, я уже не успеваю. У нас новые цифры, отлично. Вот так. Цифра 3, ой-ой-ой. Время становится все меньше и меньше. Лучше бы нам поторопиться. Цифра 6 на сиреневых мечах. Ой, и циферка 4. Ого, сколько тут у нас цифр. Так, ого-го. Что же делать? Ой-ой, еле успеваю, ничего себе. Шаров с цифрами становится все больше и больше. Вау, у нас появился бонус, лопни сразу все шары. Замечательно. Ну вот, мы заработали монетки. Как раз на новое платье для нашей кошечки. Я смотрю, Анжела в хорошем настроении. Ну а сейчас самое время передать приветы моим любимым подписчикам. А пока я буду передавать приветы, Анжела откроет золотые пакетики с наклеечками, друзья. Первый приветик у нас сегодня получает... Вова Бурилов, огромный тебе пушистый привет. Ярик Иванов и Маша Матрос. Катюша Деменева, Валерия Харитонова получает пушистый привет. Полина Солдатова, Настя Малахова, Дарья Горохова, а также Оксана Попова, Маша Остапенко, Рита Соколова. Привет пушистенький у нас летит для Насти Батюшевой, Арины Баркаловой. Привет для Марка, огромный. Настя Ткаченко. Олеся Микрюкова, Виктория Кузнецова, Аня Сергеенко, Виталий Клишин получает большой пушистый привет. И Саша Кутуревич. Также у нас приветик получает Вика Лисунова, Вика Латышева, Карина Некрасова, огромный тебе приветик. Карина Соляник, Полина Глужнева, Полина Медведева, Регина Ильина, Лиза Афанасьева, Настюша Валова получает огромный привет, Яна Гилева, Алена Буркина, Данил Ткаченко, а также приветик у нас летит для Камилы Хакимовой, Алены Игиной, Саши Соломовой, Тани Охмак, Юлии Агафоновой, Вики Ковач, Ангелины Костенко, Ангелины Харченко и огромный привет для Надежды. Вот такие приветики сегодня вас ждали, друзья. Так, ну а мы с Анжелой вернемся в дом. Анжела, давай-ка переоденем тебе еще какое-нибудь красивое платье. Для этого заглянем в гардероб. Платье, в котором наша кошечка Анжела отправится на свидание с котиком Томом. Слушай, а мы можем тебе одеть вот такие ленивые выходные. Вот эту кофту красного цвета, туфли как раз подходят. Только сделаем другой макияж. Возьмем красную помаду и другие румяна. Например, вот эти. Остальное все оставим без изменений. Вот такой красивый образ у нашей кошечки, в котором она сможет отправиться на свидание с котиком Томом, друзья. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ваш лайк. А сейчас посмотрите что-нибудь из рекомендуемых роликов выше на нашем канале.
Оставайтесь с нами, друзья, и смотрите канал Ушастик каждый день. Ну, а на этом у меня все. Всем пока-пока. До новых встреч, ребята!